где он? Где-то впереди. Всем привет! Очередная рыбалка, и в этот раз мы едем в место, которое называем Черная речка. Вообще мы с друзьями часто даем свои названия местам, где рыбачим, просто чтобы как-то их обозначить, если это безымянные ламбушки или речки, а иногда, когда у озера есть название, для того, чтобы не раскрывать, где проходила наша рыбалка. Вот и это место получило когда-то свое название, а спроси нас, почему Черная речка, мы и не вспомним. Почему так ее назвали. Были мы там один или два раза и решили еще раз побывать, потому что для того, чтобы понять, хорошее это место или нет, двух рыбалок явно недостаточно. О, мы собрались на рыбалочку усиленным составом, все под дождем, будем мокрые. Да, такая погода. Похоже, да? Ну, скоро все пройдет. Рыбалка будет супер. Вот и я такую щучку поймал. По-моему. Кто-то взял. Кто-то взял. Или трава. Нет. Щучка вторая. Такая же. Ой, малютка. Коньяк российский. October 24, 2017. Так, надо его в мох засунуть. Взяла. Ох ты, как жалко. Такая неплохая щучка. Ну, вообще неплохая щучка. Фу.
Вот и окушок. Как раз для ухи. Все, надо идти. Иду. Ну вот, утро. Накануне была гроза, ночью тоже был дождь. Вчера клёв был не очень активный. Я поймал 5 щучек, Андрей 7. Ну, окушков на уху наловили. Посмотрим, что сегодня будет. Солнышко. Малютка. Ой, сколько тут этой мелкой щуки. Просто море. Мелко. Кто взял? То ли щучка, то ли окунь. Щучка опять. Вот мелочь такая. Ай, и в траву все. Ай-яй-яй. Щучка, Антоныч? Мелкая щука задолбала. Где крупная, непонятно. Выловили все. Вот. Шарик из-под берега прыснулся. Сегодня такие хорошие. Первый за сегодня окунь, маленький, пускай. Вот. Такие щучки здесь и ловятся, 200 грамм, блин. На. Пустил. Опа. Опа.
Даже фрикцион услышал. Ага. Килограммовик есть. Взяли щучку. Иногда бывает даже такое. Вот такой окушок нам попался. Смешно. Клёва сегодня нету, слабый очень. Пошли весь берег правый относительно базы. Две небольших щучки, две маленьких отпустили. А тут вообще уже травы полно. Андрей, как дела? Да практически никак. У нас такое же. А озеро себе не оправдало. Да может просто еще перемена погоды. Где-то это крупняк щемится где-то. Поэтому клёва активного нет. Есть поклевки? У меня? Да. Не. Щучка еще маленькая взяла. Ага. Вот еще какая-то маленькая, видишь, вдалеке. Мелочь. А? Ну да, вот такая. Стандарт, короче. Все, где остальная щука, непонятно. Может, ее тут уже и нету. Вот такая щука сегодня только и клюет. Мелочь, мелочь, мелочь. Причем взял окушок, а она кинулась на окушка. Ну, попалась на крючок.
Опять щучка. Ой, это уже десятая. Десятая такая. Не такая. Две-то я поймал, ничего. Вот восемь приблизительно таких. Ну вот тут же. Вот 11-я. Андрюха. Ну, щучка, окунь долбит так-то. Ну, мелочь. Много щучек поймал. Ну, вот только что 11-ю. Да? Да. Шесть штук. И что, все отпустил? Не, одну оставил, потому что у нее глаз повредился. Нет, у меня тоже 11. Я взял. Добрался. Давай, Антоныч, я снимаю. Хорошая щучка. Вот она, 12-я. Стандартный размер. Стандартный. 12-я щучка. Интересно, попала в кадр, выпрыгнула. Гвозди забил. Здесь. Здесь. Старый уже. Еще одну нашел. Петровская гавань. Лодка. 12-й год, что ли? Какой?
Да. Может, не такая уж и мелкая, но и не крупная. Промахивается. Не, ну такая, ничего, в принципе. На копчение это пойдет. Тринадцатая. По счету. Килограмм на 85 взяла. А вы где? Так мы здесь на базе, оборвало нахер тебе нитку все. Это заговор. Удочку оборвало, нитку оборвало. Вы ее видели? А вон ходит тут, блин, на двух ногах. Сильно матом это ругался? Ну так, сдерживая себя. Главное, чтобы ты заснял это. К сожалению, нет. Ну вот она. Ой, как ты надоела уже. Так. О, крючок-то расстегнулся. Крючок остался в пасти. Куда-то здесь вывалился крючок. Все. Сейчас поищу в траве. Где? Сломалась моя блесна почему-то. Не знаю почему. А будет к ней что-нибудь другое приделать. Паучок пришел в гости. Побежал. Ну что ж, вот такая получилась рыбалка. Наверняка на клев повлияла смена погоды. На уху и на копчение мы, конечно, наловили. Но в основном клевала мелкая щучка и некрупный окунь. Не уверен, что мы еще сюда приедем. Хотя, как знать. Как знать. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. До свидания.